У меня в студии после приобретения нового компьютера возникли проблемы со звуком. Ну, естественно, стали искать причину и случайно нашли информацию на сайте Apogee о том, что нужно зайти в сетевые настройки и удалить оттуда все, кроме Wi-Fi. Ну, как бы странно, но тем не менее. Я зашел, сделал, оставил только Wi-Fi, Wi-Fi включил, и реально звук изменился. Лучше детализация, появился низ. Не знаю, как это работает, но, тем не менее, факты остаются фактом. Не знаю, работает ли это с другими картами, с Apogee вот 100% сработало. Попробуйте, может быть, у вас тоже звук станет сильно лучше. Всем добра, всем хорошего звука. Подписывайтесь на мой канал Boosty, там много дополнительной полезной информации. В зависимости от того, где вы смотрите это видео, ссылка на канал либо в описании к видео, либо в шапке профиля. Всем добра. Пока.